Получила травму в конце апреля месяца в городе Полтаве. Я упала. У меня был перелом бедренной кости. Меня там через несколько дней прооперировали, внесли инфекцию. И с этой инфекцией я уже боролась и приехала уже сюда, в родной Харьков. Ну вот она уже 2 месяца как не ходит. Да. И что будет тогда, что она? Да. Выработает? Да. Она посетила дома. Выдох с пейсом? Да. Понятно. Со стержнем. Сюда можете мне позвонить, я сюда на связи. Сюда хочу помочь вам. Я поняла другое что-то. Не-не-не, руками ничего не надо трогать. Ручки вот так вот вместе, либо чуть вперед, либо вот так вот сделайте ручки. Аккуратно. Все. Сейчас все поправим. Так, прием наш даем. Спасибо организации ХЭСа за то, что мы даже не ожидали, что могут предоставить и реанимобили, помогали нам еще в Полтаве, там предоставляли ходунки, как бы когда думали, что получится разработать ногу. Ну а сейчас, когда ситуация была практически тупиковая, и как бы весь транспорт, всю эту логистику предоставили. Это шанс для людей, которые остались, особенно сейчас, при военном положении, когда многие медицинские услуги у нас там недоступны. Очень сложно добраться до границы, куда-то выехать. И это прям такой шанс на спасение для многих людей. Кондиционер вам убрать, пускай будет только обогрев и все.